По предварительному анализу метеорологов, паводок должен быть близким к средним многолетним значениям, судя по толщине снежного покрова, то есть не слишком сильным. Тем не менее, ситуация зависит от таяния снегов в соседних с нами регионах. Если осадков за зиму выпало много, а весна будет дружной, то уровень воды может значительно вырасти. На контроле остаются заторопасные участки на Оби и Иртыше в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах. На начало апреля там запланированы взрывные работы. Пока что делать конкретные прогнозы рано, они будут к середине апреля. Наталья Комарова призвала все профильные службы и ведомства не рассчитывать на благосклонность погоды и находиться в полной готовности к возможным рискам.